Всплеск адреналина и поток самых ярких эмоций испытал Артем Бородин, когда преодолел высоту в 4850 метров. Ключевская сопка – один из главных центров притяжения для скалолазов. Ее возраст – приблизительно 7000 лет. Приехать на Камчатку и покорить эту вершину – давняя мечта Артема. Ей было суждено исполниться. Накануне Дня нефтяника он вместе с друзьями начал подниматься по склону самого высокого действующего вулкана Евразии. Да, маршрут проходил на Камчатке. Длина 122 километра. Высота вулкана, на который мы хотели подняться, 4850 метров. Это было очень сложно. Сказать даже очень сложно, наверное, это ничего не сказать. Убились там все, это постоянные в дороге, это ливни, это ветра, мокрые все, медведи, это льды, камнепады. Полное единение с природой, преодоление собственных слабостей и эйфория от покорения очередной вершины. Артем Бородин пришел в мир экстремальных видов спорта чуть более 5 лет назад. Ему захотелось жить так, чтобы каждое мгновение вызывало при воспоминании трепет и восторг. Нефтяник в деталях помнит, что испытывал, когда поднимал флаг Лукойла над вулканом Ключевская сопка. Да, очень мне хотелось поднять флаг Лукойла на одной из вершин. Да. Ну, на предыдущих у меня это не получилось сделать. Вот, здесь я донес этот флаг и, достигнув вершины, это ощутил невероятные эмоции. Просто это словами не передать. Счастье аж внутри все разрывало. Помимо скалолазания и горного альпинизма, Артем любит серфинг. В этом виде спорта он как рыба в воде. На этих кадрах Артем покоряет волны Тихого океана, планом на будущее море. Экстремал уже решил. Следующий день нефтяника он отметит на еще большей высоте. Роман Сапрыкин, Никита Рогозин, Михаил Суханов. Наши города.